и помадки, которые я думала закончить, но не тут-то было. Помадки от фирмы Caroline. Первая в номере 408. Есть продвижение. Есть, конечно, продвижение. Вот эту помадку я вообще, девочки, обожаю. Она такая и не бордовая, и не сиреневая. Какая-то у нее мелкая блестка есть. Это просто-просто моя любовь. Эти помадки от Caroline. Почему я хотела их использовать чаще? Так как они у меня как бы относительно давно. И я хотела ими пользоваться, так как я их очень и очень люблю. И вот моя помадка Caroline 408. Посмотрите, насколько ушло. Буквально чуть-чуть, на треть клеточки. И это за целый год. Оставлю здесь тетрадочку. Следующая помадка у нас в номере N44 Sheer Nude. Одну из этих помад, не помню, по-моему, вот эту, я хотела использовать как домашнюю помаду. И я совершенно про нее забыла. N44, вы видите, двинулась совершенно с начала года. Так же, как ее подружка, вернее сказать, сестричка, в номере N46 Basic Nude. Кстати говоря, да, девочки, эти все помады у меня уже, как-то сказать, замерены. Я продолжаю ему пользоваться, хотя, да, проект снимается немножечко позже. Следующая помадка в 537 номере. Как вы видите, они все в разных футлярах. Это мои любимки от Caroline. Тоже обожаю этот цвет. Он такой какой-то, тоже такой странноватый, да? Чем-то, может быть, похож на этот, но нет. Они все-таки отличаются. В номере 537 у меня есть сдвиг, как вы видите, на пол клеточки. Показываю в экран, а не на тетрадку. На пол клеточки. Это большой прогресс, девочки, за год. Это очень и очень большой прогресс для меня, так как у меня очень много помад. Следующая помадка 909. Это, девочки, такие как бальзамные помады, которые пахнут шоколадом. Обалденная, обалденная помадка. Давайте посмотрим. 909. Вот, насколько она закончилась. Вот это почему-то я отметила черным, а не красным. Не знаю почему. А вот, наверное, впервые ее отметила. 909. И моя помадка в номере 904 уехала к подружке. Та помада, которая участвовала, точно такая же бальзамная. Ее подружка в таком более бордоватом цвете уехала в подарок моей подружке, так как она ей очень понравилась. Следующая помадка в номере 599. Обожаю эту помаду. Мне кажется, что она у меня уже второй, а то и третий раз. Посмотрите, какой красивый цвет. Какая обалденная помада. Опять же, я их всех люблю. Девочки, я знаю, что для многих это ярко. Многие не любят такие цвета, а я их просто обожаю. 599. С начала года у меня ушло немножечко, как вы видите. Да, чуть меньше полуклеточки, но все равно при количестве моих помад это результат. И в номере 103, девочки, даже не замеряла, так как она у меня завалилась там за другие помады, и я ее не видела, я ее внесла в проект относительно поздно. Вот такая вот шоколадная помадка. Вот такие вот результаты у меня были в той косметике, которая сократилась, но не закончилась. Давайте еще раз посмотрим на сводчики. Ну и теперь переходим к подсчету продуктов, которые у меня, да, закончились в этом году. Это вся корзиночка, это пробнички помад, помада в день, бальзамчики, помады люкс, которые я вам показала уже в предыдущих отчетах. Я здесь их показывать не буду, покажу вам еще раз. Вся косметика, которая у меня закончилась за год. А здесь я покажу именно то, что я снимала в этом части. Проект закончить в начале 2022 года. И первые два продукта, это с вот палетки Caroline. У меня здесь было две румяшки, которые я полностью закончила. Что я с ними сделала? Я тогда их, если вы помните, перепрессовала в другие румяна. Значит, и вот ушло. Давайте считать. Вот мой список. У меня участвовало 40 теней. 4 румяшки у меня написано. Минус 1, видимо, это когда одну из них закончила. Но мы сейчас будем в общем считать, да, было 4 румяшки, вот 2 я вам только что показала. Участвовало 3 хайлайтера, к сожалению, не помню, какой был третий. Я вам показала только 2, значит, у меня ни один хайлайтер не закончился вообще. Ставим здесь 0. Идем дальше по списку. У меня участвовало 15 карандашей для глаз.
Но девочки закончат только вот этот. Честно говоря, даже не знаю, ли он для глаз или для губ. Карандашик от Essence. Название 19 Purple Heart. Девочки, торопилась его тогда, я помню, закончить. Видите, он щелкать ничего нет. Потому что он у меня начал засыхать и ломаться. И я его использовала как для глаз, так и для губ. Карандаши для губ у меня закончилось два. Первый вот такой был у меня половинка карандашика от La Mer в номере 04. Девочки, это не помада, это пластик. Это пластик, он ничего не рисует. И второй карандашик от Evelyn. По-моему, не помню, к сожалению, 114 номер, что ли. Вроде бы 114 номер. Карандаши для губ. У меня участвовало 6, закончилось 2. Следующая категория — помады от Кусантики. У меня участвовало 5 штук. Закончилось 2. Вот эта помадка, не помню, если у меня есть фотография, я вам ставлю, что это за помадка. 1. Я, по-моему, ее использовала как домашнюю помадку. И помадка от Evelyn номере 05. Такая была барбишная, такая красивая, такая вкусная, да, на любителя, конечно, помадка. Но я с удовольствием ее закончила. Минус 2. Помады-пробники у нас участвовало 28 штук, у меня написано. И мы с вами закончили. Мы посчитали 20. Следующая категория — это блески для губ. Блеск от фирмы Vivien Sabo Brilliance Гипноз в номере 36. Подарочек от прекрасной Елены. Огромное ей за это спасибо. Девочки, вот пусто. Пусто, вот здесь только что осталось. Немножко, как говорится, вот на этих стенках. Я считаю, это законченный продукт. У меня этот блеск стоит вот так вот вертикально. Как видите, он полностью даже со стенок уже все. Да, я его пытаюсь как бы еще домазать, потому что он мне все-таки, да, нравится, хочется закончить его. Вот, очень вкусно пахнет конфетками, но этот блеск какой-то не стекающий. Вы сейчас будете смеяться. Точно такой же блеск у меня участвовал в прошлом году в номере 44. Он совершенно пустой. Смотрите, я не знаю, почему я его оставила и не выбросила. Наверное, тоже хотела вот это вот вымазать со стенок. И вы посмотрите, прошел год. Год. Вот это оно, вот это то, что вот на этих стенках осталось. Смотрите, оно до сих пор здесь есть. То есть оно так и не стекает. Это прошлогодняя пустышка. Но, как видите, так же вкусно пахнет конфеткой, ничего с ним не случилось. Я просто не понимаю, что они туда добавляют, что вот это вот со стенок никак невозможно вымазать. Вот это прикол. Вечный блеск. Но, честно говоря, блески — это не мои продукты, поэтому я их брать, да, вообще и покупать не буду, разве что если они ко мне придут в подарки. У меня один блеск, и один блеск я благополучно закончила. Большое спасибо моей помаде от Christian Dior, которая у меня была очень сухая, которая я, вот это вот, об этой помадке речь, которую я, да, сверху бальзамом, иначе просто невозможно было. И карандашик от Evelyn, и карандашик от La Mer я тоже сверху покрывала немножечко вот этим вот бальзамчиком, что это очень плюс. Так, следующая категория — помада. У нас участвовала 41 помада всего во всех проектах. Вот наши помадки, которые мы увидели. И вот минус одна помада-карандаш от Essence. Вот тут, видите, уже выскочило тут что-то непонятное. Или я там палочку оставила, я уже не помню. Я эту помаду... да, эта палка осталась там. Я эту помаду проталкивала. И тут был вроде такой какой-то кусочек. Я не могла понять, в чем дело. Я его толкнула. И вот так вот. Значит, минус помада... карандаш. Значит, я сейчас подсчитала с другими проектами. У меня закончилось 7 помад. 7 полноразмерных помадок. Ну и мы переходим, девочки, к теням. Первая у меня закончилась тенюшка. Я ее использовала как хайлайтер от фирмы Beauty Care, нашей любимой. У меня здесь была еще одна тенюшка. К сожалению, у меня эта палетка выпала. И эта тенюшка полностью разбилась. Но мы ее не считаем. Посчитаем ее в пустышках года. Значит, минус 1. Я даже специально отсюда ничего не вынимала для того, чтобы это запомнить. Следующим у меня закончилось 4 старые тенюшки от фирмы Caroline, которая также перерисовала в свои румяна. У меня закончилось вот столечко. 1, 2, 3, 4, 5. Еще 6 тенюшек от фирмы Jade у меня закончилось.
чему я очень и очень рада. Вот. И некоторые из них пошли в самодельные румяна, некоторые я закончила сами по себе. Так, и мы еще раз считаем. Значит, у меня закончилось две тенюшки здесь Jade. 1, 2. Estee Lauder это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 теней. 14 теней, каждый из них были, да, на разной стадии, и некоторые из них я перемешала в румяна самодельные. И девочки, да, нашла румяшки от Vivien Sabo, подарочек от Леры Forever в номере 21. Совершенно о них забыла. Упс, смотрите, это же надо, что на отчет... А, все, крышка закрепилась обратно. На отчет, да, соскочила крышка. И минус вот еще одни румяна. То есть у меня получается трое румян. Трое румян из четырех три. И, девочки, еще вот такой вот продукт. Вот я не помню, куда я его относила. Оно у меня не записано никак, ни бронзер, ничего. Еще минус вот два продукта, которые я намешала в свои тенюшки. Это у меня было тут бронзер и как скульптор. Два продукта, они у меня ушли, как в румяшки. Ну и куда мы это отнесем? Какой категории? Я что-то растерялась. Ну, давайте, может быть, засчитаем еще как две тенюшки. Давайте засчитаем еще как две тенюшки. Значит, плюс два. Списочек у нас получился. В скобочках это все то. Закончила. Всего у нас было 141 продукт. Так, подождите, но мы еще сюда не посчитали бальзамы для губ. Значит, давайте вернемся на минутку. И добавим сюда еще, наверное, бальзамы. Все-таки быстро я вам покажу. У меня закончилось еще полностью 5 бальзамов. То есть я считаю, что мы к этой сумме сейчас приплюсуем еще 5 бальзамов. И это все то, что у меня участвовало в самом проекте. Такой вот у меня был проект закончен за 2022 год. Девочки, как-то хитро у меня получились все подсчеты. Да, то есть получилось 4 проекта, и надо было их всех суммировать сюда вместе. Суммировала все то, что у меня в скобочках, плюс 2. Вот это бронзер, скульптор, что мы не знали, в какую категорию его прикрепить. И получилось, что у меня закончилось за год 57 продуктов. А всего участвовало 141. Значит, у меня осталось еще 84 продукта. Что я вам хочу сказать, девочки? С одной стороны, проекты подбадривают, заканчивают ту косметику, которая завалялась, на которую мы не обращаем внимания. А с другой стороны, девочки, это немножечко напрягает. Постоянно помнить о проектах, постоянно их использовать. В этом году уже, в 2023 году, я думаю взять поменьше продуктов в использование, но и добавлять по мере того, как они будут заканчиваться. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, брать поменьше и добавлять по мере необходимости или взять побольше, как бы на целый год и просто показывать, да, результаты, как оно продвигается, как оно заканчивается. С удовольствием буду читать ваши комментарии и, конечно же, вам всем отвечу. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч в новом проекте.